Судом города Саратова в отношении Романова применена мера пресечения в виде запрета осуществлять определенные действия, а именно не общаться с свидетелями по данному уголовному делу и не выходить из дома в ночное время. Этим постановлением мы, ну то, что Романов освобожден, мы удовлетворены, но самим постановлением принять решение не удовлетворены, оно будет обжаловано в установленном порядке Саратовский областной суд, так как мы считаем следствие, защита и мой подзащитный, мы считаем, что он полностью невиновен, мера пресечения не должна быть избрана никакая по данному уголовному делу, мы настаиваем на полной невиновности, будем обжаловать данное постановление, будем добиваться принятия по делу. Материал представлен в суд, установлен, что вина Романова доказывается исключительно с показаниями одного человека. И в отношении этого человека мы давали подробнейшие показания об основании оговора. Этот человек оговаривает Романова, и мы подробно рассказывали следствию, почему он может это делать и какие у него мотивы к оговору Романова. Поэтому защита будет обжаловать решение Ленинского суда.